В общем, казино, да, всегда и в казино, и вот в этих мелких конторках, да, в этих, да, в аппарате, когда на улице, всегда меня выбешивало отношение, да, такое. То есть лохи им деньги несут, а они на этих лохов, как на придурков, смотрят полнейших, со злостью с такой, просто кого-то убить готовы, этих придурков, да. Я не понимаю такого прикола, чего это, да, захочешь, да, там, когда даже уже нелегальные стали, да, в это казино, в маргинальных Мэри Белгород, да, три человека, больше трех не заходить, когда легальный, когда нелегальный, вообще пиздец. Больше трех не заходить, там все такое, всякое прочее, вот это все правила, да, дебильные, полнейшие, да. Казалось бы, ты уже нелегально работаешь, тебе бы, как бы полулегально, да, тебе, то есть разрешают, да, но официально запрещено. Ну, радуйся, ты не должен, типа, новых клиентов отталкивать. А ты своим отношением, да, вечно там какие-то охраны ебанутые какие-то. И то еще что-то, ты отталкиваешь новых клиентов, да, то есть у тебя не будет новых клиентов. Ну, тебе со старыми, правда, хорошо, они тебе все зарплаты относят. Но новые нужны все равно клиенты. В любом случае, они их отталкивают. Поэтому не с 90-х годов, кто в 90-х играл, когда они только начинались, только те и продолжают, да, в эти казино ходить, в ебанутейшие, которые все, слава богу, закрыли. Потому что они невыгодны стали, все-таки разогнали их. Но кое-где, когда появляются, они сразу опять начинают то ходить, именно те старые, да, а новых они не привлекали, не привлекли, да. То есть за 2000-е годы, за 10-е годы, под конец, они никого не привлекли, ни одного, поскольку они как-то агрессивно, да. Заходишь как на говно, да, вечно, как неуважение, да. Даже эта тетка, которая там мелочь меняла, вот эти столбики были 5-рублевые, как на всех, как на врагов смотрит, да, вот. Общее такое отношение у этих казиношников, да. Как бы они стараются, конечно, иногда вот эти, когда уже казино запретили, типа ставки теперь на виртуальных собак, типа. Мы это самое, да, лото какое-то, да, спортлото там. Ну, билетики-то ладно, еще фигня, но там тоже. Вы тут не стирайте, вы там отойдите, вы покупаете. Как совковый сервис вот это вот, билетики где продают. А вот эти вот новые, как бы, да, где ставки там на виртуальных собак, типа мы это самое на спорт, мы не совсем казино. Вот, там как бы тоже молодые девушки, улыбчивые, да. Казалось бы, пивко бесплатное, все бесплатное. Но отношение это тоже, оно тоже проявляется, но по-другому, да, типа там. Сразу прям вот эти улыбчивые девушки прям с порога. А вы играть будете? Сразу улыбчивые, так по-добренькому, правда. Это какая-то бабку спародировал. А она подумала, а вы играть будете? Как-то вот такая улыбочка. Так. А вы будете играть? У меня все равно голос как у старика. У старого деда, который не съел омлет еще к тому же. Это все понятно. Вот, все равно вот отношение какая-то противная, атмосфера неприятная и противная, да. Но это понимаешь, вот лохотрон, а это все, да. А кто не понимает, то все равно, но все равно неприятно. Это многие отмечали, что в казино противная атмосфера. Даже американские эти всякие исследователи, эзотерические, они тоже отмечали такую фигню. Что там неприятная атмосфера для них и вообще неприятно. Но это понятно, баланс теряется, то есть где народ много волнуется или много разочаровывается, как в том автоматах, где все русский программист написал, да, на американский тоже там получше, но все равно херня такая же. Где русский программист написал, да, и они разочаровываются, и поэтому в казино просто, да, атмосфера портится, и энергетика вселенной меняется на негативную, ярко такую негативную, и все волнительно негативное. И вот там волнительно негативная энергетика, и еще это самое есть в России, да, то есть это охрана там ходит, да, все смотрят, да, неприятно. Вот, и как бы и в ресторане также неприятно, когда в ресторане настоящем, а оказывается, все это внимание, это неприятно, как ты побывал, да. Лучше бы я в Макдак пошел, да, но там это самое, вот, да, такое. Тоже неприятно. Тьфу, блядь. Неприятно, тьфу.
неприятно, да? Дорого, во-первых, да, дорого. И неприятно, тобой следят, смотрят, да? Что там это самое, да? Неприятно, я не люблю вообще внимания никакого. А внимание в казино, которое так по себе противное место, и я и не люблю еще больше, вот. Вот. И... Ладно, еще эти аппараты, как бы, да, в закусочных. Когда в закусочной, как в мытищах было, стоит закусочная, а там аппарат такой стоит, желтый просто терминал, который перепрограммирован выдающимися программистами на эту самую, чтобы он не на мобильный телефон деньги клал, а чтобы в игры играл, да? Какой-то там тоже -то дубовые какие-то, да? И там тоже меняется энергетика, да, как бы там булочная там или какая-то там закусочная с одной стороны, да? Пив гараж продают, да, с одной стороны. Хорошо, да, но от аппарата это меняется, от этой энергетика, но не особо, да? Поскольку аппарат-то меньше подходит, это три идиота, а один инвалид подходит к этому аппарату, перепрограммированному из терминала оплаты. А вот булочная энергетика от булочной все-таки остается, да? Вот такое вот, так что там нет такой жести, да? И поэтому как бы страдают только те, кто этот аппарат стоит в метре прям. Вот метр вокруг этого аппарата, он это самое, в негативной энергетике находится, в неприятной такой. Вот, а все остальное нормально, в общем-то, да. И вот там так что особого негатива нет. Все-таки пил гараж продают нормально. Даже эти не особо жалуются, да. Они как бы проиграли, у них сотка осталась, они пил гараж купили, нормально им. И хорошо, да. Вот. И нет такого, как в казиношках в этих. Нет такого говна, такого отвратительного, вот прям жесткого такого говнища нету. То есть по энергетике не за это самое. Не настрадалась, да, энергетика настолько, чтобы место испортилось, да. Вот. И как бы, да. Но отношение все равно там плохое, да, как бы этих. Фиг там деньги заложен, ты потом должен звонить куда-то, если из этой хрени деньги вынимать, звонить куда-то, потому что там только 1000 лежит, потому что аппарат могут увезти, да, полиция, да, и там все это вытащит себе, они заберут, вот. Потом они обратно привезут, на без денег. Так что потом ждешь какого-то идиота, да, продавщица звонит, офигеть тоже. На лохотрон, да, а многие вообще не будут забирать, подумают, ты ну нахер. В общем, вот такие вот дела. Такие вот про казино, про аппараты, в общем, про отношения, да. И поэтому, в общем, скажу, что вот это вот казино, они все равно бы все сдохли. Потому что новых клиентов, если бы их даже не притили, новых клиентов у них вообще нету. У них все старые, только старых лохов из 90-х объебывают, которые мнят себя крутыми, на самом деле самые, кто крутыми себя мнят, те самые лохи. Вот, они их объебывают по-прежнему, да, новые все равно не появлялись бы. И эти бы пенсионерами стали, уже бы и не приносили бы им доход такой. Вот, так что, good nice. Короткий базар был такой. Был такой, видите, какие часики прикольные вообще. А часики прикольные. О, и бил гараж бы сюда.